С 9 февраля в центральном офисе многофункционального центра городского округа Воскресенск откроется мобильный пункт по вакцинации от коронавирусной инфекции. МФЦ предоставляет помещение для медицинских работников, которые будут делать прививки. Пункт будет работать по вторникам и четвергам с 10 часов утра до часу дня. Все желающие провакцинироваться от COVID-19 могут обращаться в этот мобильный пункт. При себе иметь паспорт Российской Федерации, полис ОМС и СНИЛС. Пункт вакцинации находится на втором этаже в 10-м кабинете. Евгения Светлая, Евгений Стародубов, новости из Крывэкт.